Лейтенант, что у вас тут случилось? Да на тебе лица нет. Она убила Гриффина. Кто? Альма. Уверена? Я больше ни в чем не уверена. Я не силен в борьбе с безумными дохлыми девками. Займемся поиском змеиного кулака. Будет быстрее, если мы разделимся. Киган, как рано? Ты точно можешь? Лейтенант, я могу все. Ладно, тогда на тебе разведка. В драку не лезь. Беккет, ты со мной. Ну все, Киган, твоя остановка. Еще увидимся. Запомни, только разведка. Без проблем, лейтенант. Я любовник, а не воин. Беккет, пошли искать этого кулака. Все круче и круче. Почему он спрятался в начальной школе? Без разницы, пойдем внутрь. Киган, доложи. Пока ничего, лейтенант. Правда, башка опять разболелась. Киган, мы входим в школу. Принято, лейтенант. Подхожу к зданию с южной стороны. Хорошо, будь начеку. Альбатросы, жучки. Может, так и неуспеваемость отмечают. Постой, у меня рация брахлит. А, нет, все в норме. Сказать, что причинило больше урон. Взрыв или бой? Небось, и то, и другое. Армахил, мы на верном пути. Произошло. Я, видно, отключилась на секунду. Смотрю, тебя уже нет. Клянусь, минуту назад там была дверь. Вернусь и поищу другой путь.
Только что вертолет упал. Чей он был? Не знаю, но вряд ли наш. Это Киган. Я налетел на толпу ублюдков из Армахима у администрации. Нужна поддержка. Держись, я иду к тебе. Это вы, мило. Беккет. Киган, что случилось? Блин, опять. Что происходит? А,